Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, милосердный Создатель, Господь и Бог наш. Мы прославляем Твое всемогущество, Христе истины. Благодарим Тебя за милость Твою. Ты дал возможность людям засвидетельствовать о любви Твоей. И что означает Слово Твое, какую силу оно имеет? И что ожидает людей, которые не принесут покаяния в грехах? Хвала Тебе, наш Спаситель! Слава Тебе, милосердный Создатель! Благодарим Тебя за эту святую милость находиться в этом месте и свидетельствовать о любви Твоей. Ибо Ты, Господь и Бог наш, Ты умер за грехи наши подписания. Слава Тебе! Хвала Тебе, честь и поклонение за все Твои милости. Мы просим Тебя, Владыка, пошли добрых людей сюда, в это вместилище всякого греха, чтобы людям возвестить, что творящие прелюбодеяния, блуд, пьянство, злословие, они не войдут в Царство Небесное, а ждет их вечный огонь, гиена и черни умирающие. Господи, Господи, сделай нас провозвестниками прихода Твоего, любви Твоей к этому роду, не знающему Тебя. Господи, коснись сердца правителя, обрати их. Наведи страх Твой на них, чтобы они мудро управляли народом. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Господи, научи нас ценить это мирное время, которая быстро кончается. А Слово Твое провещевает, какие беды ждут эту землю, когда загорится земля и небо от славы и от гнева Твоего. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный Создатель! Честь Тебе, поклонение, слава и благодарение во веки веков. Господи Боже мой, слава Тебе. Милости Твоей полна земля. Мы благодарим Тебя, Христе Божий, носим Тебе благодарность за милость Твою, за Слово Твое, которым Ты венчаешь путь человека. Хвала Тебе, наш Господь. Ты свидетельствуешь нам о любви Твоей, что Ты умер за нас, когда мы были еще грешниками. Хвала Тебе. Господи, возвести через благовестников Твоих, что ожидает человека, который не раскается в грехах своих, дни которого сочтены, чтобы люди не надмевались сегодняшним днем. Подай им добрую одежду, прикрыть бессовестную наготу. Прелюбодеяние, разврат, все Ты накажешь, Господи. Эти люди будут вечно гореть в огне. Судом Твоим приведи их в смятение. Дай им добрую мысль. Одень их прилично, Господи, ибо бесстыжая нагота предстанет и на суде Божием. Ни один прелюбодей, грешник, пьяница, злоречивый в Царствие Божие не войдет. Аллилуйя Тебе! Хвала Тебе, наш Господь! Милости Твоей полна земля! Боже всемогущий! Пошли добрых свидетелей Твоих, миссионеров, язычникам, христианам, иудеям, мусульманам и баптистам, чтобы им засвидетельствовать о любви Твоей, Господи, что Ты умер за наши грехи и ждешь нашего обращения. Слава Тебе! Хвала Тебе, наш Господь! Никто, преданный мерзости и лжи, не войдет в Царство Небесное. Благодарим Тебя, наш Господь, великие дивные дела Твои и на сей день. Благодарим за прошедшую ночь, за ангела-хранителя, который защищал нас. Аллилуйя! Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Сколько людей живут на земле, не зная Тебя? И что ожидаешь Ты после смерти? В какой гиене огня? Ты одень их прилично, как подобает людям.
ибо нагота будет обличена пред Господом. Ты дашь пробужденной совести увидеть, как напрасно растратили люди время свое, невозвратное, сегодняшнее. Хвала Тебе. Благодарим Тебя, наш Господь. Пошли добрых свидетелей, миссионеров, к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и всем за свидетельство о любви Твоей безмерной. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него, через покаяние, через святое крещение, через рождение свыше, через водительство Духом Святым. Хвала Тебе! Коснись сердца патриарха, епископов и священников, освободи их от сребролюбия, чтобы они научились жить в бедности, как первые апостолы. Слава Тебе! Господи, коснись сердца правителей, вразуми их, наведи страх Твой на них и сохрани их от покушения на них, чтобы издавали мудрые законы, дабы достойно жил человек, было бы из чего уделять нуждающимся. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время, ибо никто не знает, что будет завтра. Слово Твое гласит, не хвались завтрашним днем, ибо не знаешь, что оно родит тебе. Господь, дай нам смирение, нищету духом, ибо нищие духом наследует Царствие Божие. Блаженны нищие, которые в душе признают, что ничего они не могут сами сделать без Тебя. Ибо Ты сам сказал, без Меня не можете делать ничего. Ты есть путь, спасение, свет и радость наша. Бог Отец послал Тебя, и Ты родился от Девы Марии и Духа Святого, чтобы нести слово людям, святое благовестие. И Ты умер на Голгофском кресте, Господи. Ты страдал за нас, за мой грех. Прости, Владыка, и помилуй. Защити и сохрани. Хвала Тебе. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня грешного. Помилуй и благослови. И детям даруй послушание добрым родителям, которые могут человеку рассказать о спасении. Господи, покажи семьям, что в семье муж – глава, а не жена, дабы она тихо и безмолвно проводила свою жизнь. Господи, как страшно слышать, сколько абортов, сколько горя приносит неповиновение словам Твоим. И в этом мы виновны, что молчали и не говорили. Прости, исцели, вооружи нас смелостью и крепостью. И через нас, если угодно Тебе, возвести благую весть радости и спасения. Как блаженны люди, которые приняли Тебя как Спасителя и принесли раскаяние, и приняли святое крещение. И какое горе ждет тех, которые не примирились с Тобою. Ты сам сказал, сии пойдут в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Царь Небесный, Утешитель, Дух Истинный, иже везде сы, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверной плоти и духа. И новую песнь вложи в уста наши. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие приятно для меня. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю. Аллилуйя! Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй.
Господи, помилуй, Господи, благослови. Мы на Слово Твое уповаем. Ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Воздай милостями всем, кто перевел Библию на понятный русский язык. Хвала Тебе, наш Господь, и слава. Благодарю Тебя за жизненный путь, который Ты позволил совершить. Прости, Господи, что не сразу и мое сердце откликнулось на Твой зов. Прости эти потерянные в пустоте годы. Но ныне я благодарю Тебя, добрый ангел-хранитель, моли Бога о мне грешном. И не покинь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу и по мытарствам страшным и непонятным. И веди душу мою навеки, вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша. Нас ради человека нашего, ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы во человечности, распятого же за нас при Понтийском Пилате, страдавшего и погребенного, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славой судить и живых, и мертвых. Его же царствию не будет конца. И в Духа Святого Господа истинного животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемой, славим и глаголовшего пророки, во единую, святую, соборную и апостольскую церковь, исповедуя единое крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвым и жизни будущего века. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, слава Тебе! Ты сотворил и небо, звезды, солнце и луну, и на земле животных, птиц и рыб в морях, и все покорил под ноги человека, поставил его хозяином. Как много допустили мы недоброго! Природа погибает и стонет от нас, прости нас, и океан не может терпеть человека. Столько безобразия, столько блуда, столько злонравия. Помилуй нас, Господи, и этих людей, которые здесь находятся, в этом рве тьмы, позора. Господи, слава Тебе. Покажи людям, что никакой блудник, прелюбодей, никакой пьяница, злодей, не почитающий родителей, он не войдет в Царствие Божие. И только любовь Твоя может привести его к покаянию. Помилуй нас, Владыка, помилуй и благослови. Ты дивно велик, научи нас всем народам свидетельствовать о любви Твоей, о великом Твоем долготерпении. Славно велик. Аллилуйя! Хвала Тебе, наш Спаситель! Ты единый, достойный всяческого прославления. Аллилуйя! Боже, милостив будь ко мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Мы славим Твое великое действие на людей в Духе Святом. Пошли, Господи, добрых благовестников в это место, место тьмы и разврата, место ненависти и прелюбодейства. Коснись сердца людей и покажи им, что никто из них не может рассчитывать на спасение. Они все пойдут в гиену огненную, если не принесут покаяния за то, что делается здесь. Господи, нам тяжело здесь быть, но мы выполняем Твою миссию – возвестить людям скорое Твое пришествие, когда все живые и мертвые предстанут на суд Божий, чтобы получить каждому соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Есть. Тебе, Боже, слава. Аминь. Тебе хвала, Тебе честь и поклонение
отныне и во веки веков. Аминь. Вы побеседовать хотите? Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Прости нас, Господи, и благослови. Помилуй и благослови. И детям дай послушание добрым родителям, да, которые правильно свидетельствуют о Тебе. И женам дай послушание, и чтобы мужья знали, что они глава в семье. Что враг сделал, он все извратил. Столько разводов и абортов. Прости нас, Господи. Прости, помилуй и благослови. Слава Тебе, наш Господь. Коснись сердца этих людей, которые не знают Тебя, которые погибают в невежестве и тьме безбожии. Пошли добрых христиан, благовестников, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И всем расскажи о любви Твоей, Господи. Ты, приходя к человеку, говоришь: «Мир вам! Мир мой даю вам!» И мы приняли этот мир. Ты сказал: «Молитесь за врагов ваших, возлюбите их, и любовью смирите их гнев на милость». Слава Тебе, Боже! Хвала Тебе, ибо учение Твое божественное, полное любви. Аллилуйя! Мы умоляем Тебя, Господи, продли еще милость, дабы все наши родные и близкие познали Тебя. Ибо время Господу действовать, закон Твой разорили. И когда порушено основание, что сделает человек? Ибо Слово Твое, оно живо и действенно. Ты сам сказал, что небо и земля исчезнут, прейдут, но ни одна буква, ни одна черта из закона не исчезнет. Ты бодрствуешь над Словом Твоим. Хвала Тебе. Благодарим Тебя, наш Господь. Милости Твоей полна земля. И мы это видим во всем. Господи, побуди детей Твоих всюду пойти на благовестие этому погибающему миру, возвестить о спасении. Хвала Тебе. Честь Тебе и поклонение. Слава и благодарение, наш Господь и Бог. Благодарим Тебя, Иисус Христос. Ты умер за грехи наши. Ты призываешь нас благодатью Духа Твоего Святого. Слава Тебе. Господи, пошли добрых, истинных миссионеров к этим людям, погибающим во тьме беззакония. И укажи, обличи Духом Твоим Святым каждого, чтобы искали спасения в страхе и трепете перед Тобою. Почтите Сына, который умер за наши грехи. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ты, Господи, оставил заповеди Твои, новозаветный закон любви. И если о Ветхом Завете сказано, кто услышит, какой закон имеет народ Божий, то они скажут, какой мудрый народ имеет такой закон. Его и сравнивать не с чем в этой жизни. Все меняется. Вечный Ты, Господь, и вечное неизменно слово любви Твоей. Аллилуйя! Призови и детей к покаянию. Откроем истину Твою. Ты сам сказал: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Господи, наведи страх Твой на нечестивых, дабы знали они, что ни один прелюбодей, блудник, пьяница в Царствие Божие не войдет. Ты умер за грехи наши и зовешь всех к покаянию. Слава Тебе! Ты укажи им на церковь Твою, где они могут найти Слово Твое и приобрести, и жить по Евангелию. Аллилуйя! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне. Милости Твою, Господи, полна земля. Слава Тебе, милосердный Господь!
хвала Тебе, наш Господь Иисус. Ты умер за грехи людей и ждешь с покаянием блудного сына. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный Создатель, милости Твои бесконечны. Аллилуйя! Прости нас и помилуй. Хвала Тебе, наш Господь! Кроме Тебя нет иного Бога, столь любящего создание свое. Господи, пошли добрых вестников, благовестников-миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и всем даруй мир и любовь к Тебе, Спасителю нашему, Господу Иисусу Христу, ибо верующий в Тебя не погибнет, но имеет жизнь вечную, а неверующий погибнет и будет брошен в озеро, кипящее огнем и серою, где чернь умирает, а огонь не угасает. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Мы ожидаем прихода Твоего согласно Слову, изреченному в Слове Божием. Аллилуйя! Помилуй нас, Владыка, благослови и сохрани. Исполни благодати Духа Святого. Коснись сердца патриарха, епископа, священников и паствы, и даруй всем духовное рождение свыше и водительство Духом Святым. Ибо кто Духа Святого не имеет, Духа Христова, тот и не его, как возвестил нам святой апостол Павел. Аллилуйя! Боже всемогущий, хвала Тебе! Ты даровал новый день, которого не было во вселенной никогда, и мы не знаем, что ожидает нас, но в Твои руки мы предаемся и просим благословения. Добрый ангел хранил нас столько лет. Мы просим, ангел, прибуди с нами и в судный день, и в день смерти, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам. И введи ее навеки вечно от Царства Христа Бога нашего. Аллилуйя! Боже наш, хвала Тебе, слава Тебе, милосердный Создатель. Мы прославляем Твое святое имя и дивные дела Твои. Ты сам сказал, горе смеющимся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. И блаженны плачущие, ибо они утешатся. Аллилуйя!